Я здесь. Мама гуляет. Внучка Ленина. Да. А в это время девки мои учатся, получают пятерочки для вас. У вас уже все время? Вот. У вас, у нас в Москве 7:24, а у вас 6:24. А, так они еще спят? Да. Ой, спят мои хорошие. Мама уже гуляет, давно гуляет. Сейчас Верочка устанет, мамочка. А мы на Красной площади. А мама уже... Музей Ленина. Да. Скажи, Саша, что-нибудь скажи про площадь. Прощаемся. Мы уже отсюда уходим. Итак, дорогие телезрители, мы с вами прощаемся. Прощаемся с Красной площади, с прахом Ленина. Идем в универмаг покупать булочки с маком. Они здесь дорогие, я хотел бы поговорить. Папа сказал, мороженое купить. Мороженое с ней купили маме. Да. Одну пачку. Маленькую шоколадочку. А пачки 100 штук. Все. Надо хоть с эффектом немного снять. Удар сильный. А все, снимает с боксом. Пленки не взял. А вот называется торговые ряды. Магазин ГУМ. Такой длинный вот. Небольшое зеркало. Хочу домой такое. Где-то? А. Вот известный фонтан. С вами детьми. Между фонтанами. У вас сюда сами дети. А вы так свежие? А у меня пока что это получится. Так, вот у меня на стене заходу дома такой вот, типа здесь такое, такое. Раз. И прошла так. И фонтан, и пошла такое. Девки, привет от фонтана. Привет.
кушать пиццу. Сейчас пойдем покупать детям шмотки. Денег нету, мы купим что-то. Да? Невозможно сдать доллары. 4,850 прием. Ужасно. 5,90 продажа. Мама кушает пиццу. А папа съел с сосиском. Пицца стоит доллар. Да, вот стоит. Больше доллара. Даже больше. Что-то непонятное. Целлофан зажаренный с колбасой. И тебе не хотят. Скорая помощь. Хотят забрать. Летел. Сидеть. Купили вам подарок. Так, хотелось бы лучше, но... Очень устали. Устали, людей много. Цены кусаются. Скажи, папа. Кусаются. Вот, а мы находимся с вами на Новом Арбате, на Калининском проспекте. Устали, ноги отваливаются. А все, съемка заканчивается.